Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна, менеджер по продажам. Рада приветствовать вас на YouTube-канале компании «Алегрея». Сегодня я покажу вам эксклюзивный объект в особенном месте. Это мыс Тобарой. Роскошная вилла на участке 1000 квадратных метров, 400 метров площади, собственный сад, собственный бассейн и вид на море. Давайте пройдем. Вы только посмотрите на эту прекрасную территорию. Собственный бассейн, плодовые деревья, зеленая лужайка со взрослыми пальмами. Что может быть лучше в жаркие испанские дни? В этом маленьком оазисе все прекрасно. Сад и бассейн обслуживают профессионалы, а вот за зелеными газонами присмотрит система автоматического полива. А на этой зеленой лужайке с легкостью расположится зона барбакоа, возможно, также детская площадка. Здесь вы также можете загорать или просто приятно проводить время за занятиями йоги. Парковка для двух машин, дополнительный вход в кухню. Вы только посмотрите на высоту этих потолков. Справа от меня гостевая спальня. Слева остался гардероб, лифт, широкая лестница, о которой я расскажу позже. Гостиная зона с мраморным камином и прекрасные виды на зеленую лужайку сада. Зимними вечерами вас будет согревать настоящий камин в этом доме. Вы с легкостью расположите мебель так, как вы желаете. Такая кухня — мечта любой хозяйки. Качественная техника, итальянские материалы, выход на террасу, столовая зона, подсобное помещение. Вся техника марки Веку. Каждая спальня в этом доме имеет свой собственный выход на балкон. Каждая ванная комната оборудована окном, системой проветривания, сантехника Велероль и теплые полы.
конечно, изюминкой этого дома является его терраса. Все балконы в этом доме оснащены системой гидроизоляции. А также для вашего удобства есть дополнительный санузел. И помимо обворожительных видов, эта терраса также может быть закрытой или открытой, как вы пожелаете. А вот, собственно, прекрасный уголок для джакузи. Вы думали, это уже все? Нет, я вас удивлю. Вот оно, то место, где находится энергетический центр дома, откуда идет управление системой нагревания теплых полов, а также системой кондиционирования. Помимо технической части, на цокольном этаже вы найдете еще дополнительную спальню со своим санузлом, гардеробной комнатой, прачечной. А в этой части находится ваша сауна, в которой имеется полная установка при инсталляции. Вам осталось только выбрать конечные материалы, санузел, душевая кабина и зона отдыха. Обслуживание сада и бассейна вам обойдется около 100 евро в месяц. Ежегодный налог составит 1200 евро. Стоимость этой виллы 1 миллион 690 тысяч евро. Подписывайтесь, палец вверх, мой телефон здесь, email там. И помните, мы всегда рады найти вам и предложить лучшие объекты на Коста-Бланке.